1-1. Новым главным тренером турецкого Галатасарая стал Роберто Манчини. Итальянский специалист подписал с стамбульской командой контракт на 3 года. Напомню, что предыдущий наставник Галатасарая Фатих Терим был уволен со своего поста на прошлой неделе. На этом о спорте пока все. Сегодня в Твери плюс 3 градуса, такая же температура в Иванове, но там пройдет большой дождь. В Воронеже без осадков, 6 тепла в Стамбуле, Смоленске, Липецке, Курске, плюс 5 кратковременные дожди. В Калуге также 5 тепла, но без осадков, в Ярославле, Пензе, Таранске, плюс 4, там дождь со снегом. В Обскове плюс 7 градусов дождь, в Уфе осадки плюс 5, такая же температура в Рязани, но там облачная погода. В Оренбурге и Кургане 9-10 тепла, в Челябинске 8, во Владимире плюс 3 и дождь со снегом. В Одессе, в Владикавказе, Грозном плюс 14 градусов, столько же в Майкопе, в Махачкале плюс 17. В Санкт-Петербурге 6 тепла, небольшой дождь, в Москве плюс 4 и без осадков. Сейчас столица плюс 1, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В эфире телерадиокомпания «Дальневосточная». Программа «Вести Хабаровск». У микрофона Татьяна Коноплина, за режиссерским пультом Ирина Курчина. Доброе утро! На календаре начало середины осени. Вторник, 1 октября. Древнерусское название месяца – листопад или поздерник. Так называли ветер, который одолел деревья, до крестьян до костей пробирал. Так и говорили, поздерник не просто деревья одоляет, но светоклист сдирает. Поздерник – месяц переменной погоды и особых примет о зиме. Другие названия октября также говорят об особенностях этого месяца. Первозимник, зазимник, листобой и капустник. Ну, а 1 октября еще и богато на праздники. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. По этому случаю в городах и селах нашего края состоится чествование ветеранов и всех людей пожилого возраста, которые своей активной жизненной позицией делают нашу жизнь ярче и приносят весьма ощутимую пользу обществу. Для каждой семьи это дополнительный повод уделить внимание нашим бабушкам и дедушкам.